Всем привет! Вы знаете, когда мы с друзьями планируем очередную вечеринку, всегда встает вопрос, а чем же украсить помещение? И все заканчивается, как правило, тем, что в последний момент мы бежим в магазин и покупаем готовое. И так вот забывается, что самые красивые вещи, они на самом деле самые простые и делаются своими руками. Сегодня я это докажу. Одним из элементарнейших уроков с детства мы будем с вами делать гирлянду из цветной бумаги. Если она у вас так же, как и у меня, в формате альбомного листа, то каждый лист мы делим примерно на 7 полосок, на 7 одинаковых полосок. Я это сегодня сделаю с помощью линейки, но в принципе можно было просто сворачивать гармошкой, развернуть обратно и потом по этим получившимся линиям порезать ножницами. Наши прямоугольники мы превращаем в колечки с помощью клея. Вместо клея можно, в принципе, взять степлер. Каждый новый элемент мы, конечно же, продеваем через предыдущий. Вот такая получилась штука, и на мой взгляд это выглядит намного лучше, чем какие-то блестящие штуковины из магазина. И она подойдет не только для какого-то там детского утренника, а она в любом возрасте украсит вашу вечеринку. Я надеюсь, что урок показался для вас полезным. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить небольшой палец вверх, пишите мне ваши комментарии. И обязательно подписывайтесь на мой канал и включайте меня еще. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.